ухудшилась память, лучший способ с этим бороться – не дать ей ухудшиться еще больше. И ваш новый образ жизни должен включать мелкие, ненавязчивые, но постоянные тренировки памяти и интеллекта. Очень удобный метод действий, если ваша память ухудшилась – онлайн-игры для памяти. Собственно, это даже не игры, а специальные задания для борьбы с ухудшением памяти, выполненные в виде игрушек. Главное достоинство – интерес. В них с удовольствием играют и взрослые, и дети. Например, показана комната, в которой несколько предметов. Потом список почти всех предметов, какого не хватает. Вам показывают несколько портретов, один убирают. Сможете найти среди трех портретов тот, который убрали? Дракулаура, слух и музыкальная память. Запомните и повторите один звук, потом два, потом три. Каковы пределы вашей музыкальной памяти? На нашем сайте собрано порядка сотни игр, в которых очень полезно играть, если ухудшилась память. Заходите по ссылочке внизу, посмотрите и выберите то, что полезно лично для вас и ваших детей. Заодно подписывайтесь на канал Medical Advice, и следующее видео попадет к вам без задержки.